Ленинградского округа. На Ямале принята новая комплексная программа «Адресная социальная помощь малоимущим и социально незащищенным категориям граждан на 2013 год». Среди адресатов новой программы – ветераны, неработающие пенсионеры и инвалиды, жертвы политических репрессий, участники вооруженных конфликтов и их семьи, а также больные туберкулезом. Кроме того, предусмотрена поддержка специалистов бюджетной сферы, проживающих и работающих в сельской местности, людей, имеющих особые заслуги перед округом, малоимущих семей, в том числе многодетных, одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.